Работа на конкурс «Дети читают стихи». Меня зовут Мухаммадиева Эмилия Маратовна, 15 лет. Я прочитаю стихотворение Беллы Ахмадулиной «В тот месяц май, в тот месяц мой». В тот месяц май, в тот месяц мой. Во мне была такая легкость, расстилаясь над землей. Влекла меня погода лёд. Я так щедра была, щедра в счастливом предвкушении пенья и с легкомыслием щегла я окунал воздух перья. Но, слава Богу, стал мой взор и проницательней, и строже. Каждый вздох и каждый взлет доводится мне все дороже. И я причастна к тайнам дня, открыто мне его явление. Вокруг оглядываюсь я с усмешкой старого еврея. Я вижу, как горячие голдят, над черным снегом нависая, как скучно женщины глядят, склонившиеся над вязанием. И где-то, в дудочку дудя, не соблюдая клумб и грядок, чужое бегает дитя и нарушает их.